кредит. Просто сейчас идет переформатирование функций ГАЗК, так в свете децентрализации. Создается управление ГАЗК города, которое будет заниматься выдачей разрешений и принять в эксплуатацию объектов. Так? И далее Украина будет осуществлять надзор за этими всеми вещами. Так? Вот возникает вопрос. В их функцию входит вот, соответственно нагляд за вот этими всеми делами, которые сейчас происходят. И я просто не гарантирую, что КПГУ тоже так будет привлечено к ответственности. Довольно-таки серьезный суд. Я вам отвечу, что давайте я закончу. Хорошо? Я сомневаюсь, что там не будут какие-то санкции применены. А санкции, соответственно, это на город, да, повлияет. Ну, на город отнесено. Это одно. Значит, какие пути решения в этом вопросе я вижу? Покопавшись в документации, ну, вернее, в законодательной базе, значит, есть такое. Постанова Кабмина 461 по наданию дозволу и принятию в эксплуатацию объектов местобудования, так? Где есть возможность, пункт 10 это постанова Кабмина, гласит о том, что есть возможность решить эту проблему через решение по признанию властности на объект решением суда. Так, есть додаток номер 5 этого положения, вот это, так, где есть форма, в принципе, решения этого вопроса. Но здесь есть интересная вещь. Здесь надо взвода. Не, ну, это выступать должен не физлицо, а